И опять мы переходим к литературно-музыкальному клубу «Амур». Поздравления! Любовь Корнюшина. Любаша, вы украшение, конечно, нашего клуба. И я хочу сказать главное, когда ее просят, она никогда не отказывает. Она всегда рада поделиться своим творчеством, своей любовью, своим искусством. И я пыталась написать на «вы», но у меня не получилось. Так что прошу прощения на «ты». Посвящаю Любаш. В городе Сердобске в рабочей семье родились две девчушки-близняшки. Две души неразлучные, яркие. И вот уже 70 лет идущие рядышком. Любаша, долгая творческая жизнь, прекрасный ваятель. Сколько чудесных зерен вы заронили в души людей. Они все принесут плоды, и вырастет сад прекрасный твоих деяний светлых и учеников твоих. Мать, бабушка, жена, она вяжет, поет, танцует, стихи сочиняет, английский знает, песни на китайском поет. 40 лет наши сестры творят прекрасное. Сколько поездок, концертов, встреч. Можно сказать, жизнь удалась. И она чудесна, потому что в духе ты росла всегда. Творец благословлял тебя. Любаша, тебя услышим раз, уж не забудешь. Аромат любви и нежности несешь. Так будь же вечной незабудкой, украсившей наш мир собой. Бабушка, желаю вам покорения новых творческих вершин. И тоже любуемся и говорим, разве 70 лет, смех один, 17. Спасибо. Любовь Зайцева.